Приветствую, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Поцелуй Вселенной». С вами таролог Мирослава. И сегодня я предлагаю вашему вниманию актуальный для некоторых расклад, который называется «А состоится ли моя поездка?». Если вы планировали или планируете путешествие, довольно-таки уже приличный срок, да? И вот до конца года оно должно состояться. Ну, вы хотите проверить, получится ли с переездом, отъездом, ну, или с чем-то вот связано с этим, то мы можем сделать это, посмотрев на картах, промониторив ситуацию, возможности ваши, состоится ли ваша поездка. У нас будет с вами три варианта по числу ракушек, лежащих на столе. Выбирайте, пожалуйста, свою, какая вам улыбнется. И давайте смотреть. Состоится ли запланированная поездка в загаданный срок? Ну, давайте загадаем, допустим, до Нового года, да? Ну, кому как удобнее. Вы можете загадать свой срок, это не принципиально. Итак, по первому варианту, состоится ли поездка? По второму варианту, какова вероятность? И по третьему варианту, какова вероятность того, что поездка осуществится? Первый вариант. Пятерка кубков. Ага, вот тут, конечно, нестабильная карта. Здесь у человека много иллюзий, и вероятнее всего, что они не увенчаются успехом, потому что семерка кубков – это карта воздушных замков. Здесь мечты, которые вряд ли станут реальностью. Тот, кто загадал первый вариант, вероятно, поездка по каким-либо причинам перенесется или вообще отложится, потому что какие-то препятствия возникнут, неотложные дела, вскроются какие-то обстоятельства, скрытые ныне, которые вы не видите, пребывая в неких розовых очках. И поездка, к сожалению, маловероятно, что состоится по первому варианту. По второму варианту смотрим. Ой, ну здесь однозначно, да, мы видим колесница, старший аркан, знаковая какая-то поездка, путешествие будет здесь, вот, ну, 100%. Потому что мы видим, да, вот он, возничий у нас, поехал куда-то. Так что здесь вот вообще без каких-либо комментариев даже. По третьему варианту смотрим. Рыцарь жезлов, да, тоже здесь все отлично, все пройдет прекрасно. Рыцарь жезлов у нас такая карта, как раз путешествия, дороги символизирует частенько. И здесь, да, однозначно тоже проиграется, будет путешествие, все получится. Поездка ваша состоится, и она будет успешной, да, да. Особенно это касается каких-то командировок, каких-то коммерческих вопросов, ну или же романтичных, да, тоже очень может быть. Ну вот, мой хороший, такой у нас расклад получился. Надеюсь, что все вы выбрали второй или третий вариант, и что первый никому не достался, иллюзорная поездка, которая вряд ли состоится. Благодарю вас за внимание, ставьте, пожалуйста, свои лайки, пишите комментарии. Целую вас. Пока-пока.